Всем привет! Привет! Вы на канале Супер Полина. Мы сейчас куда едем? В Пузатой хате. Да, мы едем в торговый центр, чтобы там покушать чего-то, да, в Пузатой хате. И сходить в магазины, да? Да. Купить мне чего-то. Да, купить чего-то Полине и вообще купить какие-то продукты, да, Полечка? Угу. Ну, вылазь, давай. Мы приехали. Ой-ой-ой, кто это балуется? Идем, покушаем вареники, да? Ну класс, язык ты умеешь показывать, я знаю. Идем. Так, ты помнишь, где у нас туда-то хата? Да. Ну давай, показывай. Она в другом начале. Ну давай, показывай, где она. Мы, наверное, сначала покушаем, да, а потом уже пойдем продукты покупать. Очень хочет кушать, смотри. Осторожно, осторожно. Ты лучше вперед смотри. Давай за папой. Ага, чуть не прибила дверь, аккуратно. Колодец. Он пустой. Колодец. Идем. Это игрушечный? Да, идем. Идем возьмем какое-то мяско или что-то такое. Мы с папой мяско, а тебе вареники. Смотри, Полин, пришли к вареникам. Что ты будешь, вареники или вареники. Сырники? Да? А с чем вареники будешь? С вишней. С вишней, да? Да. Хорошо. А есть вареники с вишней? Да. А можно нам со сметаной? Со сметаной! Да, сейчас будешь забирать, сейчас тебе тетя даст. Смотри, тебе папа взял вареники. Еще пельмени возьми. Можно еще порцию пельменей? Полина, приятного аппетита. Ты уже хлопаешь, да? Вкусные у тебя там, да? С вишней? Угу. Ну покажи мне, там много вишни. Угу. Ну так себе. Ты же такая замурзяка, ну покажись. Поросенок. Поросенок, приятного аппетита. А мы с папой будем кушать рыбу. Не хочешь попробовать? Да. У нас вот такая рыба с овощами. И пельмени. Нет, я не хочу. Не хочешь? Я так одну. Ну хорошо. Полин, ты доедаешь? Да. Ну давай уже. Пойдем. Капнула. И капнула у тебя вишня. Ну главное, чтобы духовка не капнула. Давай, пойдем, нам надо продукты еще какие-то купить. Ой, фу, бибизяна. Молодец. Все, вытерлась, будем уже выходить, да? Ой, прям под стол. Не-не-не, тут ты не пройдешь. Сейчас пойдем в магазин. Смотри, какой страшный клоун. Ужас. Хлопья. И хлопья. Ха-ха, класс. Вкусно. Да. Попкорн. Да, Полин? Ку-ку. Ку-ку. Ну, идем дальше. А он не разговаривает? Не, он не разговаривает. Это что? Если бы он еще разговаривал, это был бы вообще кошмар. Ночной кошмар. Идем. А мы пальчики. А, не вижу твои пальчики. Пошли. Огромное мороженое просто, да? Просто мальчик себе туда. Ку-ку! Огромезное. Так, нам надо купить разные продукты, молоко там, всякое разное. Полин, взять тебе киндер? Да. Сейчас я возьму какой-то. Так, какой же взять? Какой же взять, какой же взять? Вот такой возьму. На, Kinder Joy, держи. Давай папе. Kinder Joy. Да, давай. Не, не папе, а давай на ленту уложим. Ты уже хочешь открыть его, да? Да. Давай сейчас сядем в машину и откроем, хорошо? Нет, хочешь. Не, нет, только в машине, Полин. Не хочешь открыть. Ну, сейчас все разлетится на куски, и все. Где моя Сашечка? Не все. Выехали. Мы
вот Полина обнаружила травку. Она живая, смотри, ее можно потрогать. Классно? Какая мокренькая. Живая травка. Ой, бы сюда положила бы я чиндачку. Сейчас его туда положишь, и все, и он там пропадет. Раз, нету. А, нет, он даже там не прячется. Идем, пошли. Ну, залазь давай. Все, Полина уже хочет распаковывать яйцо. Да, Полин? Да. Давай, влазь. Ну давай уже распаковывай. Мне же самой интересно, что там. Блин, ты прям под музыку распечатываешь. Ну давай, там что игрушечка. Там? Там игрушечка? Угу. Не, вот здесь не игрушка, здесь это еда. А вот здесь игрушка. Там где тарахтит, там игрушка. Или нет? Что-то не понятно. Сейчас, подожди. Игрушка и ложка. Ложка. Ой. Что там? Там принцесса, Полин. Опять принцесса? Да. Еще одна принцесса, давай посмотрим. Кто это? С крыльями. Кто это? Принцесса Диснея, ну дай я гляну. Пока Полина лопает вкуснятину, я собрала принцессу. Вот такая она получилась, с крыльями, с такой косой. Ну, интересная такая. Смотри, Полин. Видишь, вот. Нравится? Да. Я правда не знаю, как она называется, эта принцесса. Такая вот она. Коричневая. А, вот она. В таком оранжевом платье. Такая в цветочке. Надо будет дома посмотреть, что это за принцесса, да? Вкусная? Оставишь мне половину? Да. Ого. Ням-ням. Ну, вкусно, конечно. Чумазик. Ой, уже все. На куртку упала шоколадка. Говори пока, зайка. Пока-пока. Подпишитесь на канал, чтобы поверить.